значимо, что эта выставка именно происходит здесь, в городе Николаеве, с такими долгими традициями по судостроению. Отдельно хотелось бы сказать по поводу компании «Небулон». Сегодня администрация морских портов Украины занимается привлечением финансирования для инвестиционных проектов по развитию нашей отрасли. Мы сотрудничаем с такими компаниями, с такими банками, как Банк реконструкции и развития, Международный банк. И мы знаем, какие требования выставляются как бы клиентам Украины в виде даже государственной компании. И то, что сегодня мы видим, модернизация именно проектов промышленных произошла по международному финансированию частной компании. Это действительно очень похвально, и я думаю, что мы должны именно гордиться этим фактом и поздравить компанию «Небулон». Со своей стороны хотелось бы сказать, что администрация морских портов Украины сегодня имеет больше 120 плавсредств, буксиров, катеров, всякого вида функциональных плавсредств для обеспечения функций. И у нас утверждена программа развития именно этого флота. Я очень надеюсь, что в будущем мы в таком же составе сможем здесь быть и наблюдать, как и катера, и буксиры нашей компании, они будут спускаться здесь. Желаю всем сегодня приятного дня и наслаждайтесь всем. Спасибо.